ты находишься в Харьковской области или в Донецкой, или где ты находишься? Почему в Херсонской? Сейчас мы откатились, я был в Вознесеновске. Сейчас откатились мы, сейчас Давыдов брод. Сейчас опять в лесу торчим, в лесополках. Что-то ничего нету, ни воды, ни связи. Ты мой хороший. Три дня уже не был. Слушай, мы же читаем новости всякие, Саша. Мобилизация, а пацанов забрали, у них там уже с сердечными приступами умирают они. Что происходит? Забирают, Оля, но народу понагнали много, толку нету. Ну, я понимаю. Многие необученные. Это просто, ну, наверное, пушечное мясо, я не знаю, как назвать это все, что происходит.